Да, приветствую всех, друзья и коллеги. Давно не выкладывал видео. Думаю, все прекрасно понимают, почему. В процессе, дабы переключиться по своему старому заказу, выполнил довольно-таки несложную работу. Небольшое маленькое зеркальце. Художественная растительность, несимметричные стороны, то есть фактически как бы принцип стопроцентного самовыражения, как неоднократно говорил. Легкая желтизна, которая образовалась от зажигания фона, будет подавляться цветовой гаммой, которая будет сочетаться с этой желтизной. По заказу заказчика все удовлетворяют. Говорит большое спасибо. Рисунок ниоткуда не брал, формировал фактически сам. А исполнение, как сами видите, примерно так. При такой деликатной работе, в принципе, когда отбиваем форму, профиль идет второй, третий, допустимый четвертый, пятый. Ну и, соответственно, при деталировке, рассечениях необходимо использовать весьма очень мелкий инструмент. А в частности, угловые стамески в виде 90, 45 градусов, 35 градусов. Точно так же радиусы весьма очень маленькие. Так что, ребята, так примерно. Не будьте строгими. Всем пока-пока, и пусть всех хранит Господь Бог в это нелегкое время. До следующих встреч.